Добрый день, дорогие друзья. Смотрите, наш красавец Лопушкин уже практически сравнялся ростом со своей мамой Марго. И, друзья, конечно же, Лопушкину и Маргоше очень пришелся по вкусу вкусный свежий салат. А поэтому, друзья, порция салата отправляется для Маргоши и Лопушкина. О, и Федя туда же нацелился. Ну ничего, Федя, сейчас дадим и тебе. Не переживай, дружок. Вот, как они обожают вкусный целебный салатик посреди зимы. Скажите, сено, конечно, в тайгане великолепное, но салатик зимой – это деликатес. Это они очень любят и уважают. Вы, друзья, тоже обратили внимание, смотрю в комментариях, как уважительно стала Маргоша относиться к Лопушкину, вплоть до того, что уже его даже считает за более главного в их вольере. И Лопушкин себе уже позволяет так ее слегка отгонять. Так, Лопушкин, как Станиславский говорит, не верю, еще надо. И получает вместе с Маргошей еще порцию замечательного, вкуснейшего салата. А вместе с салатом, друзья, и от вас всех большой привет. Потому что я смотрю по комментариям, вы всегда с теплотой и добротой пишете про Лопушкина и его маму Маргошу. Ну и, конечно же, от них вам тоже всем большой и теплый привет.